ходим только по дорожке. Нашли два патрона. Что вы с ними делаете? В России снова появились спортивные роты. Они формируются на базе Центрального спортивного клуба армии с дислокацией в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Самаре. Право служить в этих подразделениях получают призывники, которые являются кандидатами и членами сборных России по олимпийским видам спорта. В случае военной угрозы все военнослужащие спортсмены будут служить в мотострелковых бригадах. Как учили, действуем. Правая нога вперед, на руку. Контрольный спуск. Что дальше? Четвертый осмотрено. За мной в одну колонну пойдем. Спортивная рота — это воинское подразделение, которое создавалось для того, чтобы военнослужащие спортсмены, которые пришли в спортивную роту, занимались непосредственно подготовкой к участию в соревнованиях, чтобы они не теряли свой спортивный уровень, спортивную квалификацию, чтобы тренировались и выступали на соревнованиях, защищали честь страны успешно. Чтобы армейская служба как таковая, она не сказывалась на их спортивной форме. Равняйся. Смирно. Равнение на середину. Товарищ полковник, личный состав нового пополнения спортивной роты для приведения к военной присяге построен. Командир спортивной роты, капитан Соколовский. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ полковник! Командиром подразделения, к проведению военной присяги приступить. Есть! Командиром подразделения, ко мне! Есть! Товарищ капитан Соколовский, товарищ капитан, моя поддержка, пожалуйста, прикажет. Личный состав к военной присяге привести. Есть. Рядовой Гаджиханов, я, ко мне, есть. Товарищ майор Гаджиханов, по вашему заказу. Товарищ старший прапорщик, рядовой Моисеев, по вашему заказу. Есть. То есть, я Моисеев Андрей Вячеславович, торжественно присягаю на верность своему отечеству. Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Строго выполнять требования воинских уставов, приказов командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. Народ и отечество. Поздравляю с принятием военной присяги. Служу Российской Федерации. Встать в строй. Есть. Служу Российской Федерации. Встать в строй. Есть. Равняйсь. Смирно. Равняй на середину. Товарищ полковник, личный состав нового пополнения спортивной роты к военной присяге приведен. Командир спортивной роты капитан Соколовский. Поздравляю вас с торжественным принятием военной присяги! Ура! 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 Больно? Больно. Я поздравляю вас с принятием военной присяги.
вы первый раз в жизни приняли присягу на верность своей Родине. Вы влились в спортивный коллектив и стали его частью Центрального спортивного клуба армии. Это знаменитый элитный клуб, единственный армейский клуб на всей планете. Поэтому я выражаю уверенность, что вы с честью будете нести высокое звание защитника Отечества и будете достойно продолжать спортивные традиции Центрального спортивного клуба армии. Ну и как настоящие мужчины, выполните свой долг гражданский и воинской перед Родиной. Желаю вам удачи и ярких спортивных побед. В добрый путь, молодые воины. Я больше чем уверен, что многие из вас станут и олимпийскими чемпионами, и чемпионами мира. Могу сказать от себя, когда стоишь на пьедестале, да, и поднимается знамя нашей страны, это многого стоит. Я хочу вас искренне поздравить с принятием присяги и пожелать удачи в спорте и в службе.